Классно! В том числе моего сценария. И очень рад, что четыре лицензии принесли государственному бюджету более 200 миллионов. Искренне поздравляю победителей. Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στους νικητές. И надеюсь, что в бюджете появились средства, не предусмотренные, из которых можно было бы репатриантам, бандитам заплатить пособие социальное. Και ελπίζω ότι στον προπολογισμό ήρθαν κάποια έσοδα τα οποία δεν τα υπολόγιζαν, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους συνταξιούχους, τους ανασφάλιστους υπερήλικες από τους πόντιους. Поэтому все хорошо, все нормально. Θα διεκδικήσει κάποια άλλη άδεια από την Ταλιατή. Нет, ну меня медиаресурс интересует. Сигурно вопрос о медиа меня интересует. Но у нас есть четкое понимание цены ресурса. Але έχουμε μια ξεκάθαρη κατανόηση του πόσο κοστίζει αυτός ο χώρος. Как только стало понятно, что мы выходим далеко за пределы цены ресурса. Και μόλις έγινε κατανοητό ότι ξεφεύγουμε πλέον κατά πολύ από την, από την αξία αυτής άδειας. Я включил альтернативные варианты. Тогда я использовал мне аналогичную лисию. Результат вы увидели, больше 70 миллионов заплатили, там 70-50 заплатили за лицензии, за которые хотели платить там 3-4-5 миллионов. Это идет в отделе, что мы платили мне за адрес, пану 70 и 50 миллионов евро, я адрес, который я на 3-4-5 миллионов.